хочу обратить внимание на правило первого розжига. Первая закладка не дрова, а щепки. Когда уже щепки разгорелись, поддерживаем небольшой огонь, минут 30. Это нужно для того, чтобы тандыр погрелся. И уже после начинаем закладку дров. Пламя не должно быть выше горловины, и это касается не только первого розжига. Далее мы закрываем крышку и ждем, когда все это дело протопится. Обычно уходит час-полтора. Так как наши съемки проходили хоть и в солнечный, но ветреный день, хочу подчеркнуть еще одну особенность тандыра. Никакая ветреная погода ему не мешает справляться со своей задачей. Прошло где-то час 30, час 40, и наш тандыр готов к использованию. И это очень здорово, ведь я уже нарезаю мяско, и сейчас мы будем отправлять его в печь. Ну что, шашлык уже в печи, оставляем его наедине и не переживаем, что с ним что-то случится. Прошло буквально 20-25 минут, а запах стоит просто бомбический. Проверяем мясо на готовность. Если честно, уже текут слюнки. Друзья мои, это офигенная вещь. Мне кажется, такая чудо-печь обязана быть в каждом доме. В нашем магазине богатый ассортимент тандыров от фирмы Amfor. Приезжайте!